Добро пожаловать, любители страшных игр, мы продолжаем прохождение игры Resident Evil. Остановились мы на том, что в прошлой серии наша подружка Джилл попала довольно-таки жуткую аварию. Поезд сошел с рельс, и мы оказались вот в этом месте. Немезис устроил полный погром, так что нам нужно как-то выбираться отсюда. Давай пройдемся по инвентарю. Так, значит, у нас гранатомет. Окей, дробашек, патрончики на пистолет в принципе есть, так, на гранатомет тоже, окей, хорошо, хилка, если что, ну окей, мы вооружены, в принципе, готовы, дорогие друзья, но я подозреваю, что тут будет какая-то западня, потому что мне это место категорически не нравится, и уже особенно вот этот коридор. Давай двигаться потихоньку. Так, везде зомби. Вот черт. Ой, черт! Вот дерьмо! Какого хрена? Тихо, тихо, тихо. Ты посмотри, двигают уже сюда. Да лежать, лежать, да ё-моё. Так, придется с дробовика их выносить. Отлично. Так, вроде всех вынесли, да? Так, хорошо. Точно все лежат, все. А это, знаешь, мне уже в этом месте конкретно не по себе. Так. Окей. Давай-ка сейчас вот эту фигурку соберем. Тихо, тихо, тихо. Окей, надо отсюда выбираться и поскорее. Вот черт! Боже мой, как вы меня напугали! Знаешь, они хоть и медленные, но черт меня... Они реально до ужаса пугают, эти зомби. Так, давай подниматься. Фух. Пистолет уже с ними не так хорошо справляется. Черт, эта тварь еще жива. Здесь нельзя оставаться. Это уж понятно, что нам нельзя здесь оставаться ни в коем случае. Спаситесь от существа. В смысле, где оно? Так, сразу гранатометик, дорогие друзья. Так. Спокуха. Отлично. Так, есть трава. Ух, так, мостик. Давай пересечем его потихоньку. Черт! Какого хрена? О, боже! Так. Этот гад даже плавать не умеет. Но я надеюсь, Джилл, а это всякое Карлос, бывает. Карлос, отвечай. Да, как дела? Ничего не вышло. Поезд сошел с рельсов. Сошел с рельсов? Кто-нибудь пострадал? Все мертвы. Михаил, все остальные. Черт. Николай бросил нас умирать. Погоди, что? Что за херня? Ох, черт! Джилл, Джилл, что случилось? Джилл, отвечай! Боже мой! Он мутировал! Давай, Джилл! Беги, 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 беги! Родное сердце, беги! Боже мой! Черт, какого хрена? Какого хрена он так... Мутировал-то дико! О! Давай! Черт! Куда это мы еще попали? Боже мой! Вот же ждичь! Гранатомет получай! Ядрена корень! Тихо, 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 трава! Боже мой! Так! Черт! Что мне с ним делать? Есть! Получил мину! Так, спокойно! Пошел нафиг! Пошел вон! Черт, давай перезаряжай, Джилл. У нас не так много патронов на гранатомет! А! Так, спокойно. А че он такой дикий? О! Блин! Какой ужас! Боже! Беги! Беги, родное сердце! Патроны закончились! Черт! Так, 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 давай!
Черт, у меня на дробовике хуёво все. Что? Черт, пошел вон! Джилл, спасайся! Джилл, спасайся! Так, спокойно. Спокойно, внимание! Уже внимание, дорогие друзья! Так, спокойно. Ах ты ж! Давай, стреляй, есть! Там трава! Так, спокойно, спокойно, спокойно. Так, есть, 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 есть. Тихо, 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 тихо. Так, главное сейчас вот это. Смотри. Так, объединяем с этим. Так, спокойно. Гранатомет. Все, берем. Так, спокойно, спокойно. Блин, Джилл, давай. Есть, молодец, перезарядила, детка. Так, погнали. Пусть эта тварь горит. Гори у меня. Слышишь? Успокойся. Так. Где, 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 где еще хилки, черт! Боже, он озверел. Я не думал, что он в такую дрянь мутирует, дорогие друзья. Вот черт. Так, спокойно ищем, ищем всякие предметы. Блин, я... Черт, промахнулся. Так, давай, бери. Вот черт! Что это он задумал? Где он? Черт. Стоп! Где он? Он что, на здании? Черт, блин! Плохи, плохи дела! О, блин! Сука! На тебе, получай! Так, давай-ка сейчас дробаша. У нас дробаш хороший! У нас дробаш хороший, сука! Джилл, Джилл, Джилл! Какие горячие поцелуи-то у нас там! Джилл, вставай! Так, спокойно, все плохо. Так, используем. Давай, получай кусок дерьма. Блин. Тихо, тихо, тихо. Куда это он? Ух! Ха-ха-ха, зверь! Озверел! Боже мой. Чё мне так с ним делать? Погоди, где-то должны же быть патроны. Так, может здесь? Нет, походу мы тут все брали. А-а-а! Черт! Где он? Давай, сука ты такая! А-а-а! Беги, так, спокойно. Спокойно, ни хрена нет. Тихо, тихо, тихо. Давай, Джилл, спокойно, спокойно. Бежим, бежим, бежим. Блин! Так. Да блин, да что ж такое? Да капец! Стоп, 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 стоп! А где патроны-то брать? У меня нету ни хрена! Так, спокойно, может где-то они тут лежат. Сейчас отбежим, сейчас отбежим, сейчас отбежим. Спокойно, у него тактика такова. Так, у нас опасность, черт, он нас может загрызть. Так, используем. Так. Нужно остановить его. Да я пытаюсь, вот, вот, я вижу патроны. Давай, беги, 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 двигай, 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 двигай. Есть. Так, спокойно, травка-муравка. Есть, хорошо. Так, перезарядка, перезарядка, давай, давай. Давай, 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 боже мой. Так, есть что-то еще. О, есть патрики. Так, где он? Где он? Вот черт! Так. Давай, иди сюда. Пошел нафиг. Так. Давай! Отлично. Сейчас будем с дробаша его мочить. Потихоньку, потихонечку. Ах ты ж, гад какой. Так. Бежим, 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 бежим. Так. Опять начал свою тактику, блин. Офигеть. Так, спокойно. Где нам искать патроны? Мне бы патроны бы надо гранатометец. Понимаешь? Было бы просто великолепно. Так. Они где-то тут точно лежат, я тебе говорю. Поэтому ищем, ищем, ищем. Так, где он там? О, черт! А-а-а! Отходи, Джилл! Есть! Ах ты ж говнюк! Так, спокойно, спокойно, спокойно. Опасность, чувствуется опасность. Так, так, так. Хилку. Нам даже этого не хватило, черт! Давай, Джилл! Так, спокойно. Давай! А! Черт!
Блин, отходи, Джилл, спокойно, спокойно, спокойно. Он дикий, он дикий. Блин, где патроны, хоть кто-нибудь мне дайте патроны, пожалуйста. Так, может там они лежат? Черт, нигде ни хрена нет. Чем мне стрелять, пистолетиком что ли? Да вы издеваетесь. Так, ладно, будем справляться с тем, что есть. Так, спокойно. Я не понимаю, конечно, куда его бить. Ох, черт. Но нам лучше отходить назад. Блин, говнюк. Говнюк, 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 говнюк. Ах ты ж черт. Блин, будет плохо, если он нас грохнет. Ах ты ж говно. Так хорошенько нас убил, блин. Ребята, подождите. Окей, может нам как-то правильно патроны как-то вот эти все сосредотачивать. Так, спокойно. Подожди, это же мины, в принципе, вот. Нужно вот так. Так, спокойно. Где он там? Ага. Так, отлично. Пошел нафиг. Отлично. Так, спокойно, спокойно, спокойно. Блин, куча травы, куча всего. Так, подожди. Так, это сейчас объединить с ним. Так, хорошо. Ах, черт! Что такое, блин? Джилл, да вставай уже! Вставай! Так, спокойно. Отлично. Так, ребята, спокойно. Главное сейчас вот хорошенько в него стрелять. Так, отлично. Где, где, где вот это? Все, отлично. Так, берем. Объединяем. Так. Блин. Подожди. Так, нужно, смотри, давай-ка используем сейчас вот это. Так, есть, 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 есть. Спокойно, Джилл. Да черт, опять он меня так ловит. Погоди, а как? Вот говно. Вот говнюшник-то. Давай, Джилл, есть. Давай. Бах, в него. Все всаживай. Так, спокойно. Давай, тихо, тихо, тихо. Опа. Есть, хорошо. Рев, рев. Все, начал уже завывать, как зверюга. Поганая, так. Вот, черт. Начал бегать, начал бегать, начал бегать. Так, спокойно, спокойно. Похоже на какое-то животное. Да так и есть самое натуральное животное. Но он мутировал, понимаешь, в чем прикол? Был нормальным, в принципе, а потом у него мутация вот эта произошла, и все. Так, у нас хорошо, 27 патронов на дробовике. Ребят, не просираем патрончики. Так, тихо-тихо, он собрался прыгать. Он собрался прыгать, черт! Вот, у него там снизу вот эта байда, короче. Все, я понял, куда стрелять. Я понял, куда ему стрелять надо. Под грудак, короче. Ай, да черт, Джилл, ну нах... Да блин... Да что ж такое? Давай, вставай, 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 роднулька. Так. Да блин. Посмотри, гоняет, гоняет, гоняет. Блин, наша скорость просто с ним какая-то... Так, его надо остановить. Да это уж понятно. Так. Ну как мне его, блин, останавливать? Он бегает, прыгает. Подожди, может на пистолет переключаться быстро тогда? Так, блин, нах эту перезарядку. Так, спокойно. Он собрался делать мега-прыжок. Так, отлично. Так, спокойно. Опа! Так, давай, хватит, давай, перезаряжай, черт. Давай, перезарядочку, перезарядочку, родное сердце, давай. Хорошо, Джилл, молодцом. Так. Отлично. Так, спокойно. Немезида, говнозида, блин. Давай, перезарядку, перезарядку, перезарядку. Молодцом. Хорошо. Так, начал бегать. Начал опять свою сраную беготню. Где он там?
Блин, он так быстро бегает, я не успеваю за ним уследить. Так. Подожди, может надо что-то подрубить тут? Может надо что-то найти нам? У меня же патрон ни хера не хватит на него. Где он? Вот он. Так, подожди. Я вижу что-то, я что-то вижу. Еее, артиллерийский. Так. Так. Давай, Джилл! Сука, вот есть, вот так. Хорошенько, хорошенько. Так, подниз, подниз. Давай, Джилл, хорошо. Так, тихо, 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 тихо. Есть, вот так надо, подниз ему. Подниз, подниз, хорошенько, подниз. А, черт, все, закончились. Так, спокойно. Спокойно, он, походу, еще не закончил. Ах ты ж говнюк-то такой. Так. Блин, кто-нибудь мне еще патрончиков таких дайте. Так, спокуха. Где, где, куда, куда, где? Так. Так, может как-то надо правильно... Так, спокойно. Вот это плохо. Вот это плохо. Он подготовился прыгать. Черт! Да блин, ты когда-нибудь сдохнешь. Блин. И вот скажите, где мне искать патроны? Все, я на нулях почти. Все, у меня только пушка, которая его ни хера не возьмет. Так. Есть! Да ты гонишь! Ладно, за дело. Давай! Выкуси! Джилл, у тебя, оказывается, были патроны запасные! Шикарно! Все, шашлычок готов. Карлос, ты еще там? Ой, да ладно. Ты свалишь без меня сейчас, черт возьми. Так. Фух. Боже мой, какая это жуть, дорогие друзья. Вот какого хрена? Да пошел вон! Боже мой. Так, ворота. Конечно, ворота. Оу, да. Все, минус клешни еще. Я удивляюсь, то, что он еще жив, дорогие друзья. Вот говнюк, что это такое? Типа подох, что ли? Блин, Джилл, живи. А эта сволочь за нами еще следит, к тому же. Интересно, вы оказали мне большую честь, мисс Валентайн. Ты гад. Ты гад, мы тебя еще достанем. Блин, бедная Джилл. Получено достижение, что-то мне нехорошо. Это уж точно. Так, примерно полдня спустя. О, Карлос! Джилл! Джилл! Эй, отвечай! Черт подери! Тайрелл, как слышишь? Что происходит? Джилл заражена! Я отвезу ее в больницу. Может быть, доктор Барт ее спасет. Ладно, там встретимся. Ох, давай, Карлос, на тебя вся надежда. Держись, суперкоп, я рядом. Это уж точно, на такую сейчас битву перенесла, а ты даже не представляешь, что здесь было. Фух, так. Так, куда это мы, в госпиталь, типа, пришли? Так, больница Спенсер Мемориал. Ух, нифига, да, она долго пролежала вот так-то по времени. Борис, Джилл. Я раздобуду тебе вакцину. Окей, найди вакцину, все будет в порядке, обещаю. Так, хорошо. Так, давай-ка перед этим сохранимся. Отлично. Все. Так, что у нас по вещичкам? Так. Это хранить. Окей. Это сюда. Ну и все, в принципе. Можно идти, я думаю, на разведку. Так, патрики. Нас точно готовят.
к жестким нападениям. Так, больница, это, конечно, плохо. Так, Тейлор, где сейчас Барт? Наверное, в лаборатории. Буду на чеку, иду. Принято. Пойду вперед. Так. Чувствуется, тут будут зомби. Я не знаю, в больнице всегда куча зомби находится. Это просто закон жанра. Вообще всего, блин. Какая-то красная дверь. Подожди, а тут... Так, тут заперто. Тут нужен этот... Замкорез, в принципе. То есть, болторез вот этот. Так, давай-ка сюда. Так, вот уже пятна крови. Тихо, тихо, тихо. Давай попробуем чисто их из пистолета. Окей. Так, не, все-таки придется их из этого. Так, давай. Все, готов. Никогда, некогда мне этим заниматься. Что? Что? О, боже. Пошел вон. О, черт. И этот встал опять. Да блин, давай. Тихо. Надо следить в оба, дорогие друзья, чтобы... Никакие засранцы нас не попытались. А, черт! Какого хрена? Я так и знал! Я так и знал, что надо следить в оба. Смотри. Давай, Карлос. Тихо, 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 тихо. Там какая-то коробка. Так, куда нам надо? Блин. Это больница, эти узкие коридоры, черт, меня не бесит. Добро пожаловать в офис доктора Натали Лабарда. Четко приговорите в интернете цели визита. Окей, так, плеер. Давай-ка прослушаем. Так. Изучить, так, стоп. Стоп, ну, так, плеер-то надо как-то включить, по сути дела. Стоп, давай изучим, подожди, вот клавиши play. Странный плеер, ну да ладно. Так, спокойно, у нас все нормально по здоровке. Так, хорошо, это сейчас объединим. Так. Это что еще такое? Так, может, плеер? Ладно, это было глупо. Доктор Барт, вы там? Я пришел вас спасти, откройте дверь. Голос отсутствует в базе. Голос в базе? Что за научно-фантастическая хрень? Так, стоп. Значит, наверное, надо применить все-таки... Не, ну по сути дела-то вот... Так, сезам, откройся. Голос отсутствует в базе. Так, может вот это как-то... Включить все-таки, вот, по сути дела. Так, журнал медсестры, 25 сентября. Каждый день поступает все больше пациентов на таинственную болезнь. Их бред не снимается успокоительным, поэтому пришлось надеть на них смертельные рубашки и вынести в изолятор. Проблема только в том, что изолятор уже просто трещит по швам. Директор приказал бесплатно принимать всех соответствующих симптом, но чего... Он от нас ждет, здоровья им пожелать, у нас нет лекарств, меня еще кое-что беспокоит, после смерти этих пациентов забирают непростые похоронные команды, говорят, это особые меры, чтобы не дать болезни распространиться, но я не особо в это верю, Миранда видела, как ночью какие-то парни увезли тело в закрытую дверь, зачем, куда, что происходит? Да, все хреново. Так, походу нам сюда, да? Ой, здравствуйте. Так, спокойно. Ой, хорошо-то, вас тут много так, вообще какой-то кошмар просто лютый. Да блин, давай, Карлос, 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 давай, перезаряжай сраную пушку, блин, почему ты же солдат должен был быстро это сделать? Блин, какой-то ужас. Блин, точно сейчас открою дверь. Тихо, 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 долбится уже. Тихо, тихо. А, расползлись. Блин, это дверь чертова. Лучше бы дверь тут не оставляли. Так. Медсестра. Вся херня. Так. Так, отлично. Травка, муравка, боже мой.
Так, спокойно, опять встают. Так. Езжать, собака. Давай! Все. Бесит уже, бесит. Просто бесит эти зомби. Так, нам сюда, да? Да уже успокойся, ты лежи. И ты уже тоже лежи. Блин, да что ж так... Что такое? Они неубиваемые какие-то. Так. Да ты гонишь просто. Так. Я все время, ребят, вот сколько мы... мы уже проходим резидент, я все время удивляюсь, как эти зомби встают. Вроде уже них садили целую обойму, а все равно, ни хрена. Стоп. Сколько? 5 патронов ты гонишь? Так, ладно, придется переключаться на чертову пушечку. Так. Что это за... Эдакие, блин, проходы тут. Так, спокойно. Спокойно, вот эта дверь... Так, что ты там? Как ты думаешь? А, не открывается? Это очень странно. Так, ладно. Ох, черт! Господи, у него обглоданная голова. Откуда это он так свалился? Черт, только не говорите, что тут лизун какой-то обитает. Я так не хочу встречаться ни с каким лизуном. Это ужас. Так, тихо, тихо, крыша. Спокойно. Спокойно. Напрягает. Так, и где этот доктор Барт сраный? Так. Подожди. Наконец-то карта. Так, мы вообще где? Так, комната записей. Хорошо, сейчас зайдем в комнату записей. Так, хух, по звуку определяю, дорогие друзья, что это чертова сохранка. Фух, боже ты мой. Так, журнал медсестры, 27 сентября. Принято более 20 пациентов с таинственной болезнью. У пациентов в изоляторе наблюдается сильный некроз, конечности, лихорадка, вред и признаки гиперфагии, инфекции. Перепробовали все антисептики, результаты анализов крови, исследования с центра. Один из пациентов укусил доктора Янга во время осмотра. Рану не обеззаразил, лихорадка его не оставляет, ничего не помогает. А пока в амбулаторном отделении началась настоящая анархия. Пациенты с каждым мгновением все больше бредит и становится все агрессивнее. Мы вызвали на работу всех, кого возможно. У нас не осталось свободных рук. Это хаос, нужно сдержать. Ух, фига. Окей. Так, травка-муравка. Давай объединим с ним. Так, и в принципе сохранимся. Да. И на этом, ребят, мы пока закончим данную серию. Сегодня, может вышло немножко коротко, но очень потно, потому что сегодня был у нас Немезис, так сказать, в новой форме. Он мутировал, и это, к сожалению, плохо, и скорее всего он выживет, потому что... Его что-то вообще никакие патроны не берут, и это просто самый настоящий живучий монстр. А пока что, ребят, сделаем паузу. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Кот, всем бай-бай, дорогие братишки.